Друзья, всем привет. Привет. Мы снова в Нижнем Новгороде. Дим, здороваться будешь? Я уже сказала, а ты трындишь опять как пулемет. Ну, как всегда. Ребят, на самом деле поступило очень много новинок. В последнее время мы вам возбаловали тематическими обзорами, конкретикой, да, возвратом почты, браком и так далее. Сегодня сейчас прогуляемся по Нижнему и покажем новинки, которые пришли в феврале. Ну и плюс мы сегодня сразу поделюсь, будем еще снимать стулья. Так что что выйдет вперед, пока не знаю, зависит от оператора. Пойдем. Очень много зеленого, я вообще фанат зеленого. Вот такая корзинка для хлеба, бамбук, клюфта, 450 рублей. Ну, понятно, да, что бить, колотить ее нежелательно. Такая вот нежненькая, изящная, летняя. Сделана в Вьетнам, что ли, по-моему? Да, сделана во Вьетнаме. Кстати, в октябре 2019 года. Ну, пока все изготовлено. Хорошо подготовились. Да, что ты имеешь в виду, хорошо подготовились, ну, к новинкам? В октябре сделали. Ну, да. Артикулы будем показывать, Мира? Ну, по возможности. Окей. 28, а нет, 36 на 22 размер. Потом вот такой поднос Mustic Hat. Кое-что из Mustic Hat мы показывали, когда снимали в теплом стане в Москве. Такой поднос в бабочку. Спорим, Болгария. На Болгария. Это стандартный диаметр для икеевских подносов, 43 сантиметра. Мне кажется, в распродажу он попадет. Рублей за 300 его можно будет купить. Материал изготовления? А Болгария, он всегда из ламината высокого давления, меламин. То есть подносы всегда одного качества, но эксплуатируется, на самом деле, классно. Скажи, красивый с бабочками, такой прям летний, да? Давно такого, таких оттенков не было. Из этой же серии салфетки бумажные, я не помню. Ну, будем показывать как бы по Нижнему, да, то есть Москва – это Москва, Нижний – это Нижний. Тоже вот такие бабочки. 30 штук, размер 33 на 33. Ок. Я бы поконтрастнее сделал. Ну, бледновато. Бледновато. А вот такие свечки Вильдофт, утренняя роса. Чем-то зеленым, травой пахнет. Вот она. Стаканчики красивые. То есть, когда свечка перегорит, можно будет использовать... Ромашкой. Ромашкой? Да. 99 рублей. Свечку можно будет использовать, не свечку, а стаканчик для декора. Кстати, я думаю, многие покупатели в IKEA обратили внимание, почему нет фитилей, да, у выставочников. Это с точки зрения безопасности, чтобы никто, не дай бог, не поджег свечку. Дальше кашпо. Вот такое вот новое кашпо Windflect. Алюминий, Индия. Сейчас, вот он выставочный. 15 сантиметров в диаметре. Мне кажется, даже вместо как вазы какую-то можно использовать. Не хендмейд? Алюминиевый. Я понимаю. Ну как такой хендмейд сделаешь? Индия. Элементарно. Написано. А, нет, ручная работа, рука. Она путем в это, прессования. Да? Да. Вот. Красивая. 800 рублей такой кашпо. Ну, а получается, смотри, за месяц могу тогда вот эти ямочки, они будут сугубо индивидуальны. Конечно, видишь, они все разные. То есть их, если вот два кашпо взять, они все разные, даже вот переходы. Да, тут, кстати, пореже. Здесь почаще. Поэтому, друзья, вот это подтверждение, что это ручная работа. А еще одно. Ван Леген. Название нового исхода тоже не читаю. Смотрите, какая красота. Таиланд, керамика, 12 сантиметров. И вот такое вот у меня скромное подозрение, что вот эта фейка Мюлюбеке тоже в Нижнем как новинка, потому что я ее не помню. То ли мы уже заснимались, и у нас замылился глаз. 600 рублей. Такие вот листочки. Прикольно. Для таких, как я, кто выращивать не любит. Пойдем сюда. Да. Кстати, IKEA вот эти все новинки зеленые выпустила с логотипом для тех, кто созрел для уюта. То есть, когда мы хотим навести дома красоту, не обязательно что-то глобально менять, можно по мелочи. Вот точно знаю, что это мы показывали в Москве, эти чехлы. Ассатильда хлопковый, 249 рублей. Чехол с одинаковым рисунком, то есть... Одна картинка там и там. Айна, льняные чехлы зеленые. Смотри, прям вообще, да, такой травяной цвет. Цвет хаки. Нет, хаки немножко все это. Ну, естественный такой зелени. Да. 450 рублей. И вот такая вот подушка из неокрашенной, получается, хлопок, полиэстер из переработки и лен.
999 рублей, Knip Parf. А внутри подушка хлопковая, наполнитель утиное перо. Вот, 1000 рублей. Ну, в принципе, да, за, если с учетом того, что с утиным пером подушка только одна стоит 700 рублей, получается, что фактически чехол выходит за 200 рублей. Вполне адекватно. С одной стороны, вот такой. Дим, как-то видно? А с другой стороны, вот такую вот полосочку. А вот она, полиэстерная ниточка. Потому что хлопок так не сделает. Ой, слышите, это знаете что? Сейчас же мода вот на такие, как велюровые ниточки. У Икеи такие пледики появились. Свитера в этом сезоне такие. Вот такая вот велюрка. Друзья, мы сегодня решили разнообразить вам картинку и показывать вот такие вот готовые вещи интересные. Во-первых, смотрите, здесь сочетание у нас и покалов, новых вазочек. Сейчас по ним отдельно скажу. Фергрик посуды. И что мне понравилось, это сочетание, дизайнерам респект, бежевых дверей в Беста с темно-синими. Помните еще, когда снимали Беста под текстиль синий? Best Not Viking комбинация называется. Беленый дуб синий 41-550. Размер 180-40x230 высотой. Ну, это буфет, да, такая стенка в старом понимании советском. Но на самом деле красиво, стильно смотрится. Кажется, кафешка какая-то, да, такая открытая тоже будет. Сомнительно. Сомнительно, ну, не знаю. Из фантазии туго, поэтому вот как-то я так вижу. Так, дальше пойдем прям сразу по новинкам. Ван Лиген, вазочки в двух цветах. Вот такой дымчато-фиолетово-розовый. Кстати, всего 149 рублей. Они в разных цветах. Они двух цветов. Зеленый, сейчас вот там ты его покажешь, прям изумрудный. И вот такой розоватый. У нас уже были клиенты, кто на прошлой неделе заказывали эти вазочки. Очень довольна. Кстати, обзор смотрите до конца. В отделе хранения такая чумовая новинка. Прям космос. Я ее уже увидела, уже хочу сама себе. Так, покалы появились зеленые наборами. Большие 4 штуки 279 рублей. Маленькие. У маленьких объем 270, у больших 350. 199 рублей за тоже за 4 штуки. Кстати, урезали набор покалов. Всегда они обычно по 6. Это же самая история с 9 яйцами. С 9 яйцами, да. Кронерт подушка. Показывали их в Москве, но в других цветах. Тоже зеленая, 199 рублей. Все помнят, да, что есть подушка 50x50 по 149, а это длинненькие. А вот такой чехольчик Alpklöver. Но его так не видно, мы сейчас его покажем развернутый. Пойдем, он здесь вот лежит, я видела его уже. Вот такой чехол. Сейчас пойдем, кстати, я там диван новый узрела. 249 рублей. Хлопок. Не окрашенный. Да, 100% хлопок на замочке. Нейтраль. То есть можно в любой интерьер забубенить. Иди сюда. Смотри. Смотри, какой Левас теперь классный стал. Он тоже в шифтебу. То есть он будет сочетаться и со Страдмоном, и с Полингом. Смотри. Так, короче, друзья, у Левоса, да, во-первых, матрасы. Лискель или Левос? Давай прям сразу по порядку. Матрас темного цвета. Да, сейчас тебе покажем. Значит, Лискель обновили. Респект, что услышали всех. Значит, каркас теперь отдельно продается, а матрас продается теперь вместе с чехлом. Короче, как у Бединги теперь стало. Фигово, чехол не купишь новый. У нас же Левосов 3 штуки целых. Вот. Давай сейчас разбирать или отдельно обзор будем снимать? Сейчас вкратце, а потом отдельный обзор. Во-первых, смотри, вот такая большая молния. Ну, хотя складочка вроде бы неплохая, полноценная спинка, в отличие от Бединги, то есть можно поставить в разделение комнаты. Сейчас скажу, как он по ощущениям, потому что Левос у нас, Лискель с Левосом давно живет дома. Слушай, он прям плотный стал. Радует, что шифтебу использовали, потому что она эксплуатируется хорошо. Мне замки больше всего обрадовали. Замки по бокам. Они с двух сторон, получается. Так раньше приходилось чехол полностью снимать. Да, чехол. Иди сюда. Очень оригинально. Так, во-первых, все на липучках.
То есть очень много точек крепления. Ну, чехол, кстати, по качеству примерно по наполнению то же самое, что и было. Изменилась внешняя обивка, более бюджетная. То есть теперь на этом матрасе просто так не поваляешься. У нас у старых матрасов хлопковый такой хороший добротный, да, чехол. Здесь из такой, конечно, ткань будет износостойкая, но на ней будет обязательно на матрасник стелить, потому что будете потеть на ней. Это прям вот чую. Чуйкой своей. Так, здесь расстегивается, вовнутрь залезем позже. Отдельно снимем обзор. Механизм тоже не такой же вроде. Так выше. Ну, как будто потоньше сама железка. Нет. Нет, так же? Все то же самое. То есть видишь, сколько липучек по всему краю? И получается теперь вот он. Как бы... Ай! Кусается? О, вообще вот прям под ног загнало. Друзья, для тех, кому Димы не хватает, на Инстаграм вы подписывайтесь, он иногда там мелькает. Я? Yeah? Да. Я вот. Редко там будет. Когда только жену за снятием сториса поймает, да? Ну, то да. есть вот таким образом он просто снимается, сверху потом одевается. Ну, механизм мне нравится. Разберем отдельным обзором. Вот теперь посмотрим. Модно, удобно, неправильно уже. Ой, что-то мне... Я вот понимаю, например, Надя у нас возиться не будет с этим. Получается, как тебе будет удобнее? Надеть чехлом или вот с двух сторон тебе на молнии? Вот. Мне неудобно. То есть здесь надо прям вот его... Сразу скажу. Наш ребенок соединять не будет. Но, блин, ткань классная. Еще же теперь подушки у Фрихтена отдельно продаются. То есть клево, сумму можно подушку докинуть. Я думаю, так и будет у всех. Только когда будут приходить гости. И все будут одевать. А так вот накинул и пусть... То есть вот он его сразу расслабляет, и его надо... Ты показываешь? Да, то есть его надо... Вот я расстегнула, я легко, все, классно. А вот застегну... Короче, ну, в среднем 5 минут на уборку, да? Будет? Ну, наверное, некомфортно рукам, больно. Девчонки, вот не знаю, конечно, как мужики, камера еще у Димы. Мы не привыкли, да? Да, мне больно. То есть вот мне пальцы больно, мне неприятно. Ладно, пойдем дальше. Так, мы пока гуляем по выставке мебели, соответственно, показываем мебель. Все мелочушки решили показывать по отделам. У столов Кракста появился новый цвет. Он заявлен, конечно, как светло-бежевый. Такой бежевато-серый. Ну, приятный, мне нравится. Неплохо будет, наверное, к Будбину кухонному. Хотя нет, Будбин все-таки нежнее. Ну, в общем, сами решите, куда он подходит. Цвет топленое молоко. С серинкой больше. Значит, чуть-чуть. Ножки у нас из массива. Прям под табуретка полноценная, да, Дим? Да. Ножки из массива. Сейчас скажу, массив кого? Массив бука. Ну, понятно, ценник такой. А панелька ДВП, акриловая краска. Варианты есть белые, сине-зеленый и черный. Но сине-зеленый мы уже привозили. Диаметр большого 49, высота 51. Диаметр маленького 35, высота 45. Ну, на самом деле универсально. Я надеюсь, меня никто не убьет. А большой тогда столиком будет считаться? Не знаю. Для большого дяди? Для большого дяди. Не, ну понимаешь, это вот у тебя это как столики стоят, гости пришли. Как-то я с трудом понимаю, если я за этим столиком кофе пью, потом кто-то попу сел, да? В общем, ваша фантазия вам позволит сделать как надо. Отвлечемся немножко. У нас в студии, когда мы снимали обзоры по... По Сибири мы где снимаем обзоры. Что за столик? Вот он. Такой. Очень удобный. Вообще, кстати, кто практикует такие съемки, да, студийные, домашние, с продуктом каким-то, что в руки, очень удобно. Во-первых, я сюда в полку убираю то, что, например, мне нужно потом достать. И я одним столиком пользуюсь, вот как мне надо. Таскаю его куда хочу. Очень удобно перед диваном ставить, чтобы, ну, как бы, да, визуализация объемная была. Поэтому я прям очень довольна столиком. Мы его еще и в оценке брали, что-то прям вообще за недорого. Ну, плюс этот столик можно уменьшить по высоте. Да, кстати, вот, у него смотрите. Есть регулировка. Вот это убирается палочка, и столик становится меньше. Ну, это кому пойдем. Надо. Пойдем. Ну что, друзья мои, шкаф, витрина, маркерат, дизайнер от Louis Vuitton не прошла тестинг за 15 тысяч, стоит за 10. Будем наблюдать. За 10 ее кто-то возьмет,
раскупят или будут. Да я даже за 5000 не взял бы. Даже за 5 бы не взял. Нет. Вообще реально бруски, как от Ивара. И стекляшки. Но ручка зато. Видишь, какая ручка? Карандашик. Я возьму этих сов. За сколько? Сов возьмешь? 800 рублей. А, сов, да. Давай, а мы их, мне кажется, уже показывали. Нет. Мы их в Москве показывали. Нет. В Москве показывали или в Турции показывали? Я только этого не видел. Тебя там нет? Ребята, кстати, продаю франшизу. Как продать бетон за $3? $3. Делайте форму наподобие этих сов. Выливайте и продавайте. А они из чего? Бетон. Ну я же тебе говорю. А откуда ты знаешь? Прикольно. Не тем мы занимаемся, Татьяна Павловна. Не тем. Не тем. Не тем. 800 рублей совы стоят. Все. Дизайнерский шкаф закрываем. Идем дальше. Ты снимаешь. Иди, Дима, я порелаксирую. Железка. Я не любитель побрякушек, Дима подтвердит. На мне даже вот, ну, кольцо-то не особо давно появилось. Но я вот это когда увидела, клиент вчера приходил заказывать, ребят, она даже на картинке космической. Я не знаю, почему я, ну, я влюбилась. Ну да, кстати, зеленый такой восточно-османский цвет, да, такой прям вот изумрудный. Смотрит издалека, если присмотреться, то совсем ортамент не восточный же. Ну да, но она красивая. Да. Вот такая подставочка стоит 200 рублей. Это у нас анилонары. Зеленый, золотой, металлический. Эта подставка поможет поддерживать порядок во всем, в канцелярских принадлежностях, украшениях, мелочах. Кстати, для украшений можно, да, для каких-то мелких использовать? Да ладно, Дима. 399 рублей. Я переверну вот так. Это у нас получается набор для письменного стола, 4 предмета. Ребят, скоро праздники гендерные. Мне кажется, вот если такое начальнику, как, ну, если, да, если человек, то... гендерный, это значит мужской праздник и женский праздник по половому признаку. Скажи, пожалуйста, день влюбленных. Нет, я про 8 марта и 23 февраля. А, ты вон как меньше. Да. Смотрите, здесь такая вот крышечка. С такой вот и пулечкой, пипулечки одинаковые. Здесь получается у нас коробочка. Еще одна коробочка. Ну, это оформление женского рабочего стола, мне ну, кажется, да, скорее всего. Мне кажется, мужчины, они больше всего любят деревянные, каменные и металлические. Это тоже металл? Ну, не в таких расцветках. Ну, я говорю, девичье такое вот оно. Ну, прям классное-классное. Женский рабочий стол. Да. Еще смотрите, в анилары... Вообще, кстати, мне очень нравятся записные книжки у Икеи. Я их использую. Ну, я любитель блокнотов. А, золотой шнурочек. Странички с золотинкой. Дима не даст соврать, я шарохалась по истеклялю в Стамбуле, выискивала блокнотики себе красивые. Парочку привезла. Ой, нет, я привезла себе 3 для себя еще на подарки. Кстати, в Стамбуле, блин, ну гораздо дешевле можно блокнотики купить. Еще бы бумага была не белая, а такая под старину, да? Вообще охрененный был бы. Такой вот блокнотик 269 рублей, 20 на 16, зеленый с золотым. Сколько листов, не знаю, нигде не написано. Но чем мне нравятся вообще икеевские блокноты? Они хорошо прошиты, то есть как книжка с переплетом. Тетрадь. Или полностью, или по всей странице? По всей. Ага. Вот. Ну, вот, вот, раз, сторон, да, вот, раз, два, три, то есть как бы получается 6 точек, раз, два, три, 4, 5, 6. Не вываливаются листы, а за счет кожаных, ну, таких жестких углов еще и не разваливаются. Ну, я стараюсь, честно, по сейлам брать их. И не все. Давайте, давайте, зашите. Так, вот как упаковано это дело, поэтому для тех, кто заказывает почты, вполне можно. $499. Две охрененных коробки. Ругайте меня, что хотите, говорите. Но я по-другому не могу выразить эмоцию. Во-первых, крышка просто откидывается. То есть она не потеряется никуда. Представь, где в дочери в комнату, когда она научится за порядком следить, да? Нет, это не в этой жизни. Не в этой? И вторая. Но вот то ли неаккуратно собирали. Иди сюда, смотри. Во-первых, царапин много, прям вот они не стираются. А дальше замины, то есть металл. Тоненький металл, все. Металл
материал прям вот курдючий такой, как я говорю, тонкий. Вот здесь коробка хорошая, жесткая, а крышки мягковатые. Подставка тоже не айс по плотности, то есть вот если уж на качество, просто эстетика. Вот для эстетики вот ее поставить и вот и кайфовать. Вот такая еще коробочка Анилара. Ну, не знаю, за бумагу, честно, 500 рублей, я считаю, безумно дорого. Лучше за те же 500 рублей два жестяных ящика взять. Ну, на вкус цвет фломастеры разные. Делаем оп. И делаем оп. Она уже не первый год в ассортименте, меняются только цвета. По сейлу можно в районе 200 рублей взять этот кубик. Ну, опять же, красиво, бабочки. Ну, интересно, надолго ли эта бумага выдержит? Раскрытие, закрытие. Но у нас же ящички Lancome, в которых свечи мы складываем. Сколько они уже времени давно? Это такая же бумага. Мы же их не откроем особо-то. Не знаю. Ты имеешь в виду механизм? Не знаю. Нас пробуем. А, вот покажи, как это в витрине смотрится. Это как музей. Ну да, прям это. Краеведческий. Мы в отделе кухни. Так как варьеру вывели черную, ее заменили на серию хлобар. Сейчас мы вам все про нее расскажем. По пластику, на мой взгляд, даже прочнее варьеры. Ценник такой же, кстати, поэтому все адекватно. Во-первых, у хлобара теперь вместо утруста вот эта выдвижная система на рельсах. Дим, пойдем сюда? А мы сверху еще покажем. Ну, а Дима хитрый, кто не хитрый, тот дурак, да? Металлические рельсы, вот так все это прячется. Удобно заезжает. А теперь, значит, смотрим. Контейнер за 699 рублей на 22 литра. Крышка. Дим, видно все? Да. То есть это именно ведро для мусора. Вот такая система. Сама система стоит 1800, ведро стоит 700 рублей. Дальше пойдем. Это вот этот контейнер. Так, подожди, вот его, по-моему, показывали. Идем. Он на другой стороне. Нет, вот халбары все. Дальше, халбар есть на 35 литров. Огромный, здоровый ящик. В России, надеюсь, когда-нибудь дойдут до отдельной сортировки мусора. Под пластик удобно. Потому что пластик в основном большой. 1000 рублей 35 литров. Точно такой же. А, кстати, смотрите, если раньше у варьера крышки продавались отдельно, теперь это продается готовым модулем, и крышку купить отдельно нельзя. Значит, халбар в дырочку на 10 литров 399 рублей, просто варьера стоила 279, 120 рублей стоила крышка, то есть те же деньги. Только цвет более такой эстетичный стал. Мне нравится такой серый машиной. Крышка. Опять же, если ручка вот так, открыть мы не можем, поэтому ручку обязательно в определенное положение перекидываем. Даже так не откроем. И сейчас еще один контейнер покажем. Значит, еще есть контейнер Халбар за 499 рублей. А в чем фишка этого контейнера? У него есть... насколько я помню, у него был мешок в комплекте. Вот здесь вот в крышке должен быть мешок. Потому что это такой же 10-литровый контейнер, но почему-то его нет в комплектации. Может, я что путаю? Нет, ребят, не мешок у него в комплекте был. Короче, иди сюда. Она же сюда вставляется, то есть вот сюда мы можем закрепить мешок, чтобы никуда не прыгало. То есть небольшой мешок одеваем и закрепляем. Это вот для пищевых отходов, условно. Вот, поэтому ценник, ребят, такой же, поменялся цвет. Так скажем так, покупатели не пострадали. Друзья, мы вам показывали эти барники уже в Турции, но в Россию они наконец-то пришли. Теперь смотрим, что по цене. Я не помню, сколько они в Турции стоили, надо обзор пересматривать. У нас они стоят 8 тысяч. Кожа крупно-рогатого скота, неплохой лифт нам тогда у них понравился, да, Дим? Да. Они полностью металлические, два цвета. Единственное, что как-то вот завал такой у него есть, когда садишься, ищу лифт, ищу. Под попой никак. Вот за кружочек. Да. Вот за присядь.
И сейчас еще здесь вот стул для, стол для бизнеса покажем. Я вот присела. Ой! Вот. Но качается. Вот эта вот сидушка, не знаю, видно, нет? Вообще мне у икеевских барников нравятся механизмы. То есть, если хотите ребенку домой аттракцион, берите барный стул крутящийся. А под более тяжелым весом будет прогиб сидушки. Если механизм на это, в принципе, рассчитан на гарантию 10 лет, то будет норм. Если не рассчитан, то что вот я сижу чуть и я заваливаюсь вперед. А есть ли ограничение по весу? Протестировано до 110 килограмм. Два цвета. Черный с темно-серым основанием и серо-бежевый с бежевым основанием. А, стол хотела показать новый. Пойдем? Идем. Стол Tamarut. Никаких регулировок, металлическое подстолье. Подстолье есть еще в черном цвете. Заявлен антрацит. Подстолье стоит 6 тысяч, верхушка стоит 7. А верх можно, помимо светло-серого, тоже антрацит. Это все-таки, да, офис, либо, ну, такие определенные помещения, куда это надо. Металл. Кстати, следов сварок, сварки особо нет, значит, все сточное на шурупиках. Давай смотреть, что у нас заявлено. Лаконичный дизайн подходит для самых разных интерьеров. Столешница DSP и ламинат. Подстолье сталь, эпоксидное порошковое покрытие. Внутренняя рама сталь 130 на 70. 100. Можно, кстати, мне кажется, и как кухонный использовать вполне. Еще вот таких два крючка. Ну, это, наверное, все-таки рассчитывали больше на кафешки столы, да? Бистро. Бистро? Стеночки. Стоит, чтобы кушать. Крючки только с одной стороны. Друзья, Рекинстат появился и в Нижнем. Ура! Аллилуйюшка. Вот. Получается три полочки. Ну, это, конечно, тогда полочку надо переставлять, да, чтобы пользоваться. Ну, полочку можно наверх, вниз и... А я к чему вообще остановилась возле него? Открытый гардероб к Рекинстату добавился. Размер 39 на 176, стоит 3000. Ну, вот это мне нравится, в отличие от предыдущего собрата, который сейчас, кстати, стал гораздо дешевле. Ну, мальчиков это мало интересует, это девочки. Смотрите, девчонки, какие шторы в горошку появились. С прихватами. Серия Леон, 120 на 300. Два полотна, это размер одного полотна. Дим, пойдем поближе покажем. Цена, кстати, всего 1000 рублей. Ну, это прям детская-детская, да? У Сангрелки появился коврик. Не было у нас его долго в Нижнем. Страдали клиенты, мы с других городов его дергали. Тоже хлопковый, 80 на 160, то есть полностью экологично, безопасно ребенку ползать, играть и так далее. Ну, 2000. Надо бы опять начинать учиться девоньки плести эти. Что, бабушки у нас прилетели? Что ты мне хочешь показать? Это мы в Москве показывали. С паровозом вот не новый. Иногда мне кажется, что IKEA слизывает у H&M. H&M Home, потому что вот такого цвета уже у них была коллекция. В общем, пеленальная подстилка точечная 399 рублей. То есть с одной стороны прорезиненная, с другой такой, как полотно типа трикотажа. 399 рублей, 90 на 170. Хотите ли на пеленальную доску стелите, хотите просто на диван. Можно подвесить. Есть петелька. По ткани у нас верх хлопок, подкладка полиуретан. Соответственно, они полностью сочетаются вот с этими корзиночками. Noisem. Noisem, кстати, можно сейчас коробку и корзинку, вот такой набор взять за 579 рублей. Вот этот набор, коробка и корзинка. Все это в одну точечку как-то. Вот, ну, Noisem-то уже давно вышли, а эти только появились. Вот в таком виде продается пеленальная подстилочка. А дальше бортики Ленарс теперь в таком же рисунке есть. В общем, теперь нас ждет все серое в точечку. А потом Ленарс подзор для кроватки был чисто белый. Теперь вот в такую вот белую точечку. И цена 599 рублей. Это на грудничковую кроватку.
Простым Калинарст отдельно две штуки 699 рублей. Одна. Ой, кстати, девочки, трикотажка. Офигенная икеевская трикотажка и стирается, и шикарно эксплуатируется. У меня, у нас от Алены остались такие простынки другого цвета. Ну, серия была другая, ребенку тоже почти 6. Значит, точечный и вот такая луна. Серая с белым. Такая вот луна. Тоже классно. Ну, то есть это нейтраль. Когда ты не знаешь, кто будет, и не можешь определиться с цветом, это прям, ну, реально выход. Так, это не новинки, это мы вам все показывали. Херойск. Здесь фишка в том, что это полилактит. То есть пластик, который... Блин, я забыла химизм процесса, грузить не буду. Но суть в том, что он безопасен, в отличие от обычного пластика. Две тарелки 400 рублей. Две миски тоже 400 рублей. Можно мыть в посудомойке до 70 градусов и в СВЧ нагревать до 100 градусов. Вот такие вот кружечки. Очень долго эксплуатируется, не бьется, не колется. Херойск. Горячее можно? До 100 градусов. Отлично. Это походный вариант. Кстати, да. А, и вот еще Херойск. Две тарелочки вот с такими отделениями. Помнишь, мы в Стамбуле в детском отделе снимали? Угу. Вот теперь появился у нас. А то все жаловались, да? Обделяли, ну, да. Обделяли. Ну, попозже к нам пришло просто. Вот и все. Теперь не жалуемся. Гудихус. Это альтернатива Стуве. Ну, побюджетнее Стувы. И, кстати, да, ручки как у Стувы. 60-51 на 178. Полноценный детский шкаф. У него бы еще при помощи умелого папы, да, корзинку вниз пришпандорить. Потому что вот этого, например, ну, простите, здесь 5 шмоток только повесишь. Сюда вот пара корзинок не хватает для детских вещей, либо еще одну штангу, чтобы полноценное хранение организовать. А так прям под стул. Но идем покажем поближе. Уровень примерно тудоленов. Вот, смотри. Да что тут там нашло такое? Да это то ли грязь при склейке. Ну, как неаккуратно немножко. Конечно, да. Это, ребята, под Стуву. Это не Стува и не замена Стуве. Это под Стуву. Аля. Потому что вот, смотри, даже Стува, да? Более аккуратные кромочки. Мы плавно переместились в отдел посуды. Кстати, дешевых сковородок стека пока больше нет. Опять проблемы со сталью, с нержавейкой. Как дальше будет, никто не знает. Поэтому берите Хаверу хотя бы как альтернативу стеке. Так, у Коркина зеленые банки из бутылочного стекла. Красивого изумрудного цвета. Ну, понимаете, да, уже тенденцию Икеи. Много зеленых новинок. Цена 229 рублей только за счет зелени. Если хотите сэкономить, прозрачный стоит на 30 рублей дешевле. Это литрушка. А в Коркинах, кстати, можно консервировать, потому что вот эту вот прокладку, ее можно стерилизовать. И они продают еще и отдельно. Давай. Линейка Стримик обновилась по цветам. Вот такие вот кружечки. Объем 360 мл, каменная керамика. Дим, поближе покажешь? Классическая икеевская притертость цвета, то есть неравномерность, но смотрится красиво, как одуванчики не распустившиеся. Вот такие же миски в серии. Продолжаем разговор. А? Продолжаем разговор. Миска Стримик 15 сантиметров, 199 рублей из этой же линейки. Тоже каменная керамика. То есть можно собрать целый сервиз при желании. Маленькая тарелка 21 сантиметр, тоже с такими же одуванчиками, 199 рублей. И большая тарелка, цену не помню, по-моему, 299 она должна стоить, или 249 рублей. Ценника, кстати, нет, ребята, и ценник поставьте. Продолжаем тему зеленого. Альва Лиза. Такие вот прихваточки. Все вспомнили чехлы, которые в начале обзора видели. Цена 149 рублей за две, 199 рублей, сори, за две штучки. А в этой же серии есть полотенце. Полотенце мы вам уже показывали, но повторюсь. 299 рублей. Размер 50 на 70. Классический хлопок икеевский. Сделан в Индии.
мелкий горох и крупный горох. Прям зеленый-зеленый. Новый фартук. Silver Popel. Одевай. На себя одевать? Ну, а как же. Ну, классический киевский фартук, точно такие же, как и дома. Вот они, всегда так. У нас, кстати, еще даже соленый фартук есть. Вот. Все, я готов. Развернитесь. Достаточно. Паспарадиска, новые мисочки и тарелочки. Полевошпатный фарфор, это как IKEA 365. Они, кстати, даже точно такие же, похожи по цвету, но отличаются именно вот вкраплениями рисунков. Значит, тарелка у нас 20 сантиметров, стоит 199 рублей, миска 14 сантиметров, 17, 199 рублей. Миска в точечку, а тарелка вот в такую вот полосочку. Крестики, нолики можно играть. Угу. У Мустик Хэта есть еще подносик размером 28 на 20, 179 рублей. Это стандартный маленький размер. Каждый год в каждой коллекции выходит такой поднос. Стабильно. Просто меняются цвета. Из полилактида есть еще вот такие кружечки розовые. В сторисах в Москве вам показывала, но мы их так и не сняли. Такие вот кружки тоже выдерживают до 100 градусов спокойно. То есть горячие напитки можно пить 250 миллилитров. Можно мыть в посудомоечной машине. А, про полилактид уже сказала. А, так, стримик. Покажи, пожалуйста, все цвета сразу, потому что просили сочетание. Они же из одной коллекции, можно делать микс цветовой именно. Серый, такой приглушенно-розовый, но, видите, с протертостями, поэтому смотрится неоднородно розовым, а таким переходом. И зеленый. Такие вот три товарища. У розового даже плешь видно. Про плешинки видно, потому что покрытие розового более нежное. На сером... Есть тоже места. Тоже на всех, да. Но на зеленом как бы не так, может быть, видно. Опять же, да, как покрыли, как покрасили. Кто-то все поотдирал. У Икеи появилась кофемолка. Металлиск. 18 сантиметров высота. Ручку кто-то благополучно открутил у нее. Вот такая вот крышка. И а может, специально убрали что? А может, специально убрали. От добрых людей. Думаешь, под кофе хотел добыть, но малыш? Получается, сыпем сюда. Ну да, здесь крутим. Туда потом высыпается. Сюда уже молотый высыпается. 2300 стоит. По толщине металла, как скажешь. Так, значит, у нас нержавеющая сталь. Да я сейчас что говорю, тебе покажу. Увесистый? Увесистый, да. Но не тяжелый. То есть, ну, такой нормальный вес. Ну да. То есть, наверное, то, что и должно быть у кофемолки. Не больше, не меньше. Как цена, Дим, для механической? Дороговато? Да, что-то я пока не готова отдавать такие деньги. Новые салфеточки. Диме не понять. Вообще мужчинам такие вещи не понять. Это чисто девочковое. Иди сюда, смотри. Стоит 79 рублей. Просто на таком, да, полупрозрачном пластике нарисованы бабочки. С одной стороны гладкие, с другой матовые. В чем фишка? Вот вы их куда положите? На какой стол? Такая основа, такое поле у них и будет. Нет, больше в однотон. Ну, в однотон, понятно, да? То есть на синий вот. Поэтому это вот фишка салфеток, кстати, разбирают их, как пироги горячие. Каждую неделю мы привозим их реально помногу. Уже и кафешки саранские их заказывают. И сами просто, да, покупательницы. Поэтому они исчезают в Икее прям так хуп, и опять нет, хуп, и опять нет. Поэтому ловить надо. Мэрит потихоньку заменяет на Утбют. Все то же самое, друзья мои. Уже тестили, сравнивали. Только другое название. Но хотя Мэрит... Да нет, размер точно такой же. Давай вот сравним, кстати, вот Мэрит и Утбют. Ну, то же самое, только в профиль. Да. И ценник такой же, все то же самое. Мустик Хэт есть скатерть. 145 на 240. Вот такая вот хлопковая скатерть. Продается без пленки. 1000 рублей. И вот такие вот новые салфетки. 6 штук, 249 рублей. Мат Ванор. Тоже прикольно, да?
Слушай, сегодня что-то как-то это... Чего? Мимо кадра все. Туда, куда-то, да? Да. Хлопок. Ну, за 6 штучек цена адекватная. Вот сейчас зашел у нас мелкий спор, мы не знаем, показывали или нет. Если показывали, если скажите нам. Да, что только в Москве, потому что ниже меня только появились. Мустик Хед, стаканы, 4 штуки на 460 миллилитров. Да, показывали, мы еще ржали, что одна приклеенная, другая это... Вот, кстати, она и есть. Да. Вот, ну раз уж начали показывать, вырезать не будем. И такие же маленькие стаканчики, тоже набор из 4 штучек, 349 рублей на 300 миллилитров. 4? Нет, 6, 4 теперь. Окей, теперь стаканчики по 4 делают. Увесистый. Как раньше женщины ходили с кувшинами на голове, да? Ваза-кувшин, 26 сантиметров, высота, синий. Каменная керамика, цветная глазурь. Одобрен для контакта с пищевыми продуктами. А, красавец какой, да? Синебокий. Мне идет? Тяжело. Сторсинт, пивные бокалы. Кстати, не только под пиво можно. Ну, кто, да, не задрот касаемо алкоголя. Я бы сюда и какой-нибудь десертик положила. Красиво украсить можно. 200 рублей за штучку. 480 миллилитров. Давай. Канунгслик. Прям как канунг у викингов. Значит, 330 миллилитров 299 рублей. 400 миллилитров тоже 299 рублей. Теперь они продаются поштучно. Эти стаканчики, раньше они были наборами по два. Иврик. Появились голубые, тоже 4 штуки, 449 рублей. С бокалом с синим вообще шикарно смотрится. Уже клиентка брала, довольна до безумия. Ну, в камеру он зеленый почему-то, ну, получается. А камера... так это голубой. На 150 миллилитров всего бокальчик. Для десертных вин. Сторсинг, 199 рублей. И вот такие же сторсинги. 699 рублей за 6 штук, 370 миллилитров. А ты говоришь, 4. Вася. Кстати, смотри, покажешь прогалку? У Икеи стаканчиков уже много для разных напитков. Для красного, для белого, для десертного, для шампанского, пивной бокал для маргариты, виски, высокий стакан, бокал для бренди, стопка и низкий стакан. А у нашего Вася есть кружка. Да, да. Алеп Клевер. Хлопок. 145 на 30, на 300. Две гардины в комплекте. А хлопок и вискоза. Хлопка 80%, вискоза 20%. Искусственный шелк. А крепкость ниточки дает. Чехол на подушку. А сейчас дойдем до отдела постели. Я вам покажу еще такой плед. Смотрите, какой классный. 65 на 65. Плотненький, толстенький. Кстати, двухсторонний. С одной стороны. Это такой уютный, да? А с другой стороны вот такой вот полосатик. И такое же покрывало появилось. Давно что-то такое надо было, не яркое, да, то, что на самом деле клиенты просили. Двусторонний покрывало чехол на подушку, контрастный орнамент с каждой стороны, обновить интерьер спальни, просто его перевернув. Новый чехол Вар Вероника на пуговках, 68 на 68. Икея наконец-то услышала Россию, что у людей большие подушки в ходу, на них тоже нужно одевать. Значит, Вар Вероника, лен и хлопок, почти 50 на 50. Как бонус, друзья мои, отдельная линейка Хантрефк. Хантверк. Сори, я как обычно тороплюсь. Что это такое? Это ремесленная ручная работа. Это Индонезия, Таиланд. То есть, вот, ну да, такие страны с немножко не сильно высоким уровнем, но вот такие ручные работы. Женщины, да, в ремесленных мастерских что-то делают. И икеевские дизайнеры через них воплощают свои задумки. Очень много, особенно вот, допустим, вот этот вот плед. Это, кстати, инфа вся написана на сайте Икеи. Дизайнеры изначально заказали, чтобы была одна полоска, но мастерицы решили сделать две. И получилась более интересная вещь. Коллекция лимитированная. 100% хлопок. Размер 110 на 170. Все ручная работа. То есть вся эта коллекция – это все ручная работа. За это можно деньги отдать. Да. Чехол на подушку, 40 на 65, есть еще другие варианты, внутри подушечка Inner, с одной стороны, пойдем покажем, я вижу. С одной стороны вот такой черный, замка, кстати, нет, просто такой вот закрыван,
С другой стороны, видите, переходы. Не, за хендмейд, мне кажется, нормально. Тем более такая вот, ну как, мне кажется, совсем благотворительностью назовешь, но тем не менее. Нет, ну тут чувствуешь, что человек остался... Душу свою. Ну не то, что душу, понимаешь, труд свой. Труд свой, да, руку приложил. Не машина. Дальше, смотрите, вот такие вот пакетики. Товар изготовлен вручную в рамках действия программы социального предпринимательства в Дуэтунг, Таиланде. 3 штуки. Здесь у нас бумага ручной работы. 1 пакет для бутылки и еще 2 пакета мелких. Подарочный набор 799 рублей стоит. Веревочка у нас из хлопка. Дальше, вот такая ваза 1999 рублей. Таиланд, каменная керамика, глазурь. Кашпо. Но она формованная. Ну, значит, да, через не через этот ты имеешь в виду, а форму? Не через машину, вот этого как это кашпо делают обычно. Ну, хотя написано ручная работа. Кашпо 1500. Ну, конечно, за кашпо, наверное. Высота 12 сантиметров. Дальше. Дизайнер Иина Воривирта. Господи, язык сломаешь. Миска 21 сантиметр, тоже 1500. Вот эти миски. Так, не все еще. Вот эти лукошки мне так понравились, такие классные. 800 рублей корзинка. Волокно банана. Все равно что-то похожее на наше русское. Да, эти вот, туесок прям, да. Туесок, лапти. А вот это вообще прям для меня в приятный шок поверг. Коробка с крышкой. Прям лыка вязаные наши. Mm-hmm. Прикручены этим теперь. Вот эта коробочка. Салфетка под прибор. Тоже ручная работа. 650 рублей. Может, где-то в другом месте есть салфетка. Вот она, кстати, мне кажется, на крючочке, нет? Да. А, нет, друг мой, это другое. Это полотенце. 599 рублей одно. 50 на 70. Такой же, как пледик. Сисюлька. Висюльками. А это салфетка. Вот, Дим, ее только здесь покажешь. Вот она. Тоже мы не будем ломать. Нет, нет, а здесь все на шурупиках. А, так, смотри, подушки есть еще других расцветок. Тоже все 999 рублей. Чехлы. С обратной стороны они все одинаковые. Это у нас 40 на 65. А вот квадратики 50 на 50 по 699 рублей. То есть с обратной стороны она тоже черная, а снаружи вот они, переходы. Ну, кстати, интересно смотрится. Кресло тоже нет, кресло не из ограниченки. А, вот они, туесочки-то. Ну, там вообще прям очень интересно. Туесочки, кашпо, вазочка, вот они, чехлы. Пледик вот так упакован. И есть корзиночка побольше. 999 рублей. Такая вот большая корзинка. Маленькая получается 799, вот такая. А большая 999. Больше мне смотрится, нравится. Вот. Плед или? Обожу. Нет, это вообще изба. Никакого отношения к социальному проекту не имеет. Печаль. Но она мне понравилась. Пойдем дальше. Стали появляться больше ярких оттенков. Дагнхильд. Уже не первый раз плед показываем. Шерстяной. Очень мягкий. Хорошо эксплуатируется. 2000 рублей стоит. Не знаю, попадет в сейл или нет. Сомневаюсь. Тротвива появилась в новом темно-розовом, таком розово-сиреневатом оттенке. Тоже неплохо. Его давно просили. Так, это уже не новинка, это не новинка. Варель салатовый, по-моему, мы вам уже показывали. Кстати, в Оути есть сиреневый, который вышел из ассортимента. Кто ловил, имейте в виду. Друзья, гунрит появился в нижнем. Сейчас сначала покажем розовый, расскажем, потом покажем нежно-серые. Значит, смотрите, в чем фишка? Казалось бы, обычная тонкая занавесочка. И, да, мысль, блин, что стоит 2000 рублей? Друзья, фишка этих занавесок в чем? Во-первых, это переработка пластика. То есть, чтобы сделать 0,5 квадратных метра, используется 50 бутылок пластиковых. Дальше, за счет минеральной основы, к сожалению, мы так не смогли добиться, какой минерал использован, для того, чтобы шторы вступали в реакцию, да? Ну, не шторы, поняли. Не очищают воздух, причем даже от ацетальдегидов. То
То есть на самом деле задумка охрененная. Это естественная фильтрация квартир без использования каких-либо дополнительных фильтров, либо энергии. Поэтому кому по цвету подходит и планирует, я рекомендую. Отдельно скоро в Нижнем будет сделан стенд с этим занавеском, что можно посмотреть, как это будет выглядеть на окнах, со всем полным описанием. Вот такие вот шторки. И пойдем покажем серые. Размер стандартный, 145 на 3 метра. Вот они в упаковке, это светло-серый. Друзья, смотрите, какой красивый нежный цвет. То есть вот вообще они нисколько, да, не серые, такой больше в мяту нежную уходят. А вообще, вот сейчас пока шли от розовых к этим, Дима меня спрашивает, и что они от чего чистят? Они чистят от летучих органических соединений. То есть они используются в качестве фильтра в квартире, только не отдельный фильтр, а у вас он на окнах висит. А кому интересно, загуглите, почитайте, что такое ацетальдегид. Не буду сейчас загружать от просмотра. Не всем это интересно. Вот, кому интересно, загуглите, можем вынести или там где угодно пообщаться, даже в комментах. Поэтому, кто за, присоединяйтесь. Я думаю, мы такие шторки себе приобретем. Их можно скомбинировать с чем-то более плотным. Да. Вот. Вот. Мы пошли дальше. Пойдем. Леечка, красоточка. Вантен красы, 0,9 литров, темно-зеленый. Я вообще балдею от такого зеленого. Балдю. Ну, это эстетика. А не слишком Икея так вот в один цвет ударилась? Могла бы ее в два? Кстати, вот Скурар в таком же, в такой же зелени. Господи, кто же этих дизайнеров-то поймет? Зелень зеленую в один цвет все. Не можно было бы оттенки и мяты, да, какой-то? Да. Вот. Ты показал Скурар за 179 рублей большой? Друзья, мы вам показали чехол в предыдущем отделе. Сейчас дошли до отдела текстиля, подушек, одеял и... Пожалуйста, такое же покрывало Санду Лупин 180 на 250. С одной стороны, как аксвероника, также в полоску, да, кому нужен более монохром. А с другой стороны, пожалуйста, прям вот ну детская такая классная, то есть поваляться. Эти покрывала часто берут деткам на пол ползать вместо ковров. Допустим, человек не любит ковровые покрытия на полу, а ребенок маленький, и вот такие покрывала выручают. Единственное, что, конечно, такой совсем белый тоже брать, наверное, для полов-то не стоит, можно чем-нибудь потемнее обойтись. А так, на самом деле, эти пледики очень уютные, под ними можно и спать, укрываться, накрывать кровать. За счет простежки двухсторонности они получаются вполне экономичные, то есть два пледа в одном, плюс они хорошо закрывают кровать в плане плотности. Объясню почему. Когда закорабляем кровать, ну да, не все идеально это делают, особенно там, может быть, дети, не у всех. У некоторых, кстати, мужья более педантичны даже, чем жены. Вот. И когда закрываете одеяло, там все равно какие-то бугорки. А вот это покрывальце скрадывает его. И размер именно этих покрывал более близкий, да, к российским, потому что другие покрывала 150, а это... А нет, хотя нет, сори, это я про с пледами поспутала. Короче, 180 вполне хватает на кровать, наверное, где-то 1,40 м. У вас остается еще по 20 сантиметров с каждого края, а вот на 1,60 м уже остается всего мало, буквально там по 10 сантиметров, да, вот не больше, чтобы края закрыть, уже не эстетично. Дим, ну твоя жилья сбывается буквально на ходу. Ты только что говорил, почему Икея один зеленый оттенок использует в новинках. Вот, пожалуйста, тебе фисташковый такой красивый цвет. А двуспальная постелька стоит всего 1300. Мне кажется, вполне адекватно. Посмотрим, ниточки указаны. Ниточки не указаны. Однушки, кстати, такой нет, только двушки. Смотри, их разбирают. Необычно. В Пакистане. Две штучки всего в наличии осталось в Нижнем. Я бы не отказался увидеть это. Дома, да? Да. Только да. Какую простынь к нему? Белую? А также зеленые есть? Нет, зеленых нет. Пудервиву только если брать, но пудервиву просто не будет в два раза дороже. Пусть белые. Что, постель брать? Постель-то брать? Да пошли, пошли. Бери, пока не поменялись. Сейчас. Ой, смотри. Санда Лупин, еще и наволочки появились. 50 на 70? 199 рублей. Пойдем посмотрим, может, и просто не такие же есть. Так, а что в Санда Лупин в составе? Хлопок или ацел? Слушай, смотри-ка, для наволочек, в составе которых лиоцел, это вполне адекватный ценник. Ты что-то увидел новое еще? То, что мы не снимали? Я как раз выискиваю их. Ну, потому что мы много постелей сняли в Москве. Я вот не помню, единственное, вот эту постель мне... Нет, снимали мы эту постель. Да. Новая шторка в бабочку, в жука, в кого угодно. Пластиковая, водоотталкивающий материал. Ну, понятно, да, за эти деньги... Тканевой не будет, то есть не ткань. Знаю, может быть, это будет скажено очень сильно. Это можно и в рамку поставить. Кстати, да. Как ты думаешь? Отгладить, если, да? Ну да.
Потому что по этим жукам на самом деле многие страдают, а здесь вот какой простор для творчества. Принт качественный. Принт напечатан классно, да? То есть да. Вот в рамочку. Покажешь поближе? Друзья, лайфхак от Димы. Вырезать? Вырезаем, да, и в рамочку. Ну и также кораблики можно. И кораблики, детского. Кстати, можно. Да, кстати, за 549 рублей вон сколько корабликов. Главное еще вырезать аккуратно. Вы Диме отправляйте по почте, он вам вырежет. Угу. Друзья, мы часть новинок не показываем по причине того, что мы показывали их вам в обзоре в Москве, который снимали. Но вот некоторые Дима настоял продублировать. А, кстати, нет, не в Москве, это мы в интерьерах показывали. Отерскен очень похоже на производство нашего саранского электролампового завода бывшего. Латунь, сталь, стекло, 7999, стеклянный абажур и точно такой же с прозрачным стеклом, тоже стоит 7999 на 3 абажура. Гримсос, кто страдал по желтому, ну, кстати, у желтого больше прям, да, он весь такой вот он более объемно смотрелся. Вон он желтый. Ну, а здесь, да, а здесь больно дырок много. Кстати, к предыдущим светильникам Отерскен есть еще и как подвесные, да? Проходные ну, какие-нибудь, да? Ну, прям коридор. Вот, ну реально лисмы вот такие вот были. Лютая латунь. Лютая латунь, да. А вот желтый гримсос. Его, кстати, можно сейчас купить по акции. Стоит 2000 всего. Ой, наконец-то вернулись. Ассоциации звездных войн. Не запылились. Икея 2014 PS коллекция. Они же пропадали, их убирали. Угу. А, красота. Страшная сила. Пауза мне звонит. Абажур для подвесного светильника Рюсбюн в форме луковицы 57 сантиметров, 1300. Деревяшечка, березовый шпон, прозрачный лак и рисовая бумага. Большой, кстати, дадим? Угу. Новенькая, так интересно смотрится. Она двухслойная, нет? Уточните, пожалуйста, информацию, смотри. Нет, она однослойная. Нет, поверхно. Один... А, вот, дополнительно да, еще да, как лепесточки. Лепесточки, да, мне это не видно отсюда. Так, Нимоны обнови... А, нет, это не Нимоны, Нимоны сейчас покажу. Торарет 3000, смотри какой. Сейчас мы покажем его внизу, хочу, чтобы ты показал его сначала сверху большой. Они двух диаметров. Маленький стоит 1300, большой стоит 3000. Он внизу есть, просто покажи, как он висит. А смотрите, дальше Нима, абажуры появились в новых цветах. Такой вот пудрово-розовый, нежный, внутри тоже золото, они бордо. Розового не было. Был черный, вот, белый, вот серебро вот это было. Да, а он и есть, это не новинка. Новинка, видишь, именно бордо и новинка розовый. А вот они, плетеночки. Кстати, можно даже и, если основание сделать. Ну, пьедестал надо. Основание небольшое делать. Ручки. И вот малыши. Малыши 1300. У Фьелы появился новый цвет. Все то же самое. Знаете прекрасно, когда Фьелы выводят какой-то цвет, идет по сейлу, значит введут новый. Вот опять зеленый с орнаментом. А потом пойдем, вот они все зеленухи, которые я хотела показать. Кугисы появились еще и синего цвета. Все то же самое, друзья мои, что белые, даже такой же ценник. То есть вот он классический белый. Кугисы, кстати, давно в ассортименте. В чем фишка кугисов? По пластику это точно такой же, как варьера. То есть хороший, неубиваемый, добротный. Только в плоскость. Хранить что-то в шкафчиках или просто в открытом хранении. Кстати, вот серия кугис. Как это может выглядеть в стеллаже? А здесь у нас стеночка Беста собрана. Вот она вся зелень. Многое мы вам уже показали. Кнарвик. Новый цвет. То есть, ну, что серый, что беж, ценник одинаковый. Зависит именно от цвета. А внутри, кстати, он не голубой. Он внутри, смотри, серый в такую точечку миленькую. Потом вот такие зеленые офигенные коробки. Набор стоит 800 рублей. Я уже снимала сториз без Димы. Значит, это все на бантах. Вот здесь вот проклепанное. Ну, это подарки. Это либо подарки, либо вот декор какой-то, да? С
ссылка на Инстаграм Тани в описании. Подписываемся, и будьте вы в курсе самых-самых-самых. Потому что, да, я прям... свежих новостей. Я пробегаю по магазину и какие-то вещи вот цепляю, которые в обзор, допустим, не ставишь. А то мы когда снимем, когда я еще смонтирую. Да, Таня уже выложила. И вторая коробка побольше в наборе. Тоже с бантом, но здесь уже проклепки нет. А, нет, тоже проклепка есть. Ну, девочка вы такой, да? Раньше шляпы таких хранили в огромных коробках. А, так, смотрите. Фьело, то есть вот они, подставочки. Коробочки побольше, коробочки поменьше. Вот он, кстати, Дим, опять твой запрос. Зелень, но разных оттенков все. Ну, это уже более-менее. Повеселее. А большая коробка Фьело 26-36 на 20 стоит 600 рублей. Маленькая коробка Фьело стоит 18-26 на 15 369. Кому цвет не принципиальный, вот такую Фьело можно сейчас за 199 рублей купить в сине-белом цвете. Она выходит из ассортимента. Так, Тиену в глазках расширили. Размеры, друзья мои, все то же самое. Желтый, кстати, убрали. Теперь вот такие глазики зеленые. Продолжаем тему зелени. Мне кажется, Диму уже тошнит от зеленого, да? Слегка так. Ваза. Это 50 Ван оттенков Леген. Зеленого. Таиланд. 699 рублей такая ваза. Размер 18 сантиметров. Да, есть 50 оттенков серого, есть 50 оттенков зеленого. И все они в Икее. Да, балет. Пьетерит линейка 1500 сразу на холсте. Пуанты, барышня. Это набор. Постер. Пожалуйста, Дима, нам это надо, план путешествий. Да, я не отказался. И места такой, на карте. Кстати, и по цене, кстати, адекватно, нормально. Да, с подвесом сразу. Пожалуйста, потом меняйте на другой. Классная штука. Респект. Только надо флажки купить? Да. Вот это интересно. Картины мне больше на дереве. Подвиньте, людям не видно. Мультик советский. Женские образы. Так, может быть, этот, убери этот, да. Вывесь. Но они же вот, вот. Свет немножко бликует. Здесь, смотри, вообще подразумевается дева, да, вот лев, рак. То есть здесь Крохот. Колесо, да. Нет, колесо именно вот знаком зодиака. Здесь автор Альфонс Муха. Ах ты, Альфонс. Взял, блин, придумал. Спасибо. Пьетерит бабочка. Что-то тебе напоминает? Вот ткань, постельное шторы, белье. Постельное белье и ткань, типа, в такой линейке есть. Что ж так удивленно смотришь на этот предмет? Интересное зеркало. Его можно повесить вот так, сюда какие-нибудь штучки пришпандорить. 1500. Чем удивленно смотрю, не стандарт для Икеи. Чем она в последнее время нас не радует, да? Да. А, еще пойдем. Лазбюн, я уже рассказывала про эти зеркала. А, мы забыли про нож для авокадо в новинках показать. Ну, короче, ребята, сторис смотрите, я уже выкладывала, вечно и повесила. А, зеркало две штуки золота, металлическое. Окантовка. И смотрите, зеркала можно еще и поставить. Раз. Два. Еще появилось новое двухстороннее зеркало, а его нету. На прошлой неделе было, сторис снимала. Так, живые растения не показываем. Друзья, сокеры появляются в новых цветах. Вот такой припудренный розовый и мята ближе с голубыми подвесами. Подвесы можно снимать и использовать кашпо как полноценное кашпо. 349 рублей. Дальше сокеры по 799 рублей большие. Они из года в год продаются. Это новый цвет. Отдельно про них нового ничего не скажешь. И появился ящик для цветов с держателем. То есть для кого, например, актуально менять горшки самому. Есть возможность подвесить. 800 рублей такое чудо природы стоит. Так, это все в Москве снимали. А, сокеры, ведро, ведра 10-литровые, да, Димыте? За молочком для у коровки ходить. Ну, реально, 10-литровое ведро. Да. 700 рублей. Дорогое 10-литровое ведро. Ну что, у нас все. Ой, смотри еще.
Вот по этим ящикам в прошлом году на них прям охота была из массива акации. Стер на анис. Они во всех городах то пропадали, то и появлялись. Мы, кстати, немного смогли поймать. Друзья появились в свободной продаже. Есть кому надо, ловите. Новинки все сняли, показали. А там вон еще новые есть. Ну покажи, покажи. Кашпо в полоску, не дотянусь. Там не увидела, только пока, значит, выставку делают. Новые приборы для сада и огорода. Наборы 199 рублей стоят. И такие же есть секаторы в пару за 399 рублей. Но у нас их пока на выставке нет. Просто все тупо выкладывают. Ну, сотрудники тоже живые люди. Ребятушки, все, закончили. Сняли весь магазин, пробежали. Надеюсь, обзор для вас полезен. Вы почерпнули что-то новое. Ждем от вас обязательно откликов, комментариев. Мы это дело любим. Подписываемся на все наши соцсети. Кому интересно, да, наша еще одна деятельность. Siberian Wellness, есть второй канал, есть мой Инстаграм. По всем вопросам туда. И, девчонки, детокс-марафон, тоже все в Инстаграм. Это из... Ну, мне кажется, все, кто за нашим творчеством следит, да, Дим, в курсе всего уже. Вот, ну все. До новых встреч. Давайте обсуждать обзор. Пока.